Всем привет, дорогие друзья, с вами Тяжерк, и сегодня я продолжаю прочтение игры Invisible Alliance для консоли PlayStation Vita. Это вторая часть, второй... Нет, это я не могу сказать, что второй эпизод. Ладно, я перед этим просто записал краш и хочется ляпнуть второй эпизод. Ну ладно, у нас сейчас задание построить рынок. Мы его, пожалуй, вот тут разместим. Он тут. Фини. Вот. Такс. Чего не ставится? Хочу сказать все время. Так. Аккуратно. Давай, ставься. Да блин. Рыба. Как эту фигню ставить? Что это вообще? Я не знаю, куда эту фигню вставать. И у меня осталось 18 секунд. Чё у меня панель не работает? Вот. Окей. Да блин. Подожди, он на какую лову? А, он тут уже. Оставься ты. О. Все. А нет, еще нифига не все. Ставься! Ставься! Есть! Ох. Посмотри список векторов. Нажми на значок, чтобы использовать. Рынок. Здесь можно покупать, продавать векторы и инвизимолов. Мы нашли их. Эта компания занимается вырубкой леса. И эта фабрика не единственная. Похоже, их сотни. Деревообрабатывающая компания, но они что-то скрывают. Пошли, давай осмотримся. Стойте, профессор! Профессор, это же опасно! Все в порядке, оставайся здесь и прикрой меня. Я не понимаю. Каждый раз, когда мы устраиваем место для прибытия инвизимолов, кто-то все разрушает. Двое людей в любой момент, в любом месте. Да, Освальд, я просто в восторге. Я только что проверил акции. Отличная работа. Теперь послушай, нам надо поговорить о новом устройстве. У нас есть новости о...
конференции. Да, нужно проследить за черным внедорожником. Мне все это не нравится. Я боюсь за инвизимолов. Скоро должна появиться новая группа. Я посылаю информацию о прибытии на твою PlayStation Vita. Отправь инвизимолов на форпост как можно быстрее. Но соблюдай осторожность. Среди них много сильных воинов. Ух, фигня закончилась. Поймай новых инвизимолов. Как скажете. Войти. Кудык. Ну ок, было дело. Все, найден. Собаки любят подвижные игры. Любит их и ракопес. Для его захвата нужны игры. Металмат стал ракопсом. Сначала разложи их. Когда появляется препятствие, перемещай собаку левым джойстиком. Я помогу, если что. А, ну ок. Тогда вот эти лишние все уберем сейчас. Так, ну тогда сюда. Блин, что за фигня? Вот так вот. Одну сюда. И одну сюда. Ну, стоп. Давайте-ка вот сюда подвинем. И... Все, 3, 2, 1. Нажми кнопку X, чтобы прыгнуть через кольцо. Дебилизм! Прыгай на платформу. Чтобы добраться до кости, проведи по задней сенсорной панели вниз. Да ё-моё! Сколько можно? Теперь он на ту ловит. Офигеть. Нажми кнопку X, чтобы прыгнуть через кольцо. Дебилизм! Прыгай на платформу. Чтобы добраться до кости, проведи по задней сенсорной панели вниз. Так, неужели панель опять тупит? Что, простите? Это сейчас что было? Дебилизм! Подождите, мне вот интересно, я нажал на паузу и... Давай, аккуратней. Дебилизм! Есть. Ну и финальчик. Ух. Металмат пойман. Но тут он почему-то ракопёс. Ну-ка. Вот так мне как-то более яснее. Студент, уровень 3.
О, Firecracker. Но тут он вулканоидом. Вулканоид? Вы что, издеваетесь? Куда он телепортировался? Я ему не велел телепортироваться. Куда этот гаденыш опять телепортировался? Так, отлично. Ой, иди на звук инвизимого. Все, найден. Тебе приходилось играть в пинбол? Нет. Инвизимлам нравится играть в эту игру на большом поле, используя крекеры как мяч. Трудно кого использовать? Поверить, но это правда. Смотри. Чтобы бросить мяч, проведи вниз по задней сенсорной панели. Чем длиннее линия, тем быстрее летит мяч. Кнопками L и R активируй лапки. Можно использовать и сенсорный экран, если хочешь. Такс. Так, стой. Вот так. Набери не менее 500 очков. Мяч застрял. Нажми на заднюю сенсорную панель, чтобы освободить его. Опять. Да, здравствуйте, сила дебилизма. Все, получилось. Инвизимал захвачен. Вулканоид. Ладно, я не знаю, как пишется Firecracker. Все нормал. И Pyro. А почему Pyro? Для меня он будет Pyro. Потому что Pyro как-то лучше звучит. Куда он опять-то? Все, найден Invisimal. Че так легко? Я знаю, как его ловить. Управляя разведчиком левым джойстиком. Вот косточка. Отлично. Кость найдена. Бери ее. Помни, нужно найти 5 костей. Сложно, капец. Инвизимал захвачен. Найс. Давай. Хижина исследования. Блин. Потом построим. Мы возвращаемся в штаб. С нами связался Хиро. У нас новый посетитель. Дракон. Драконы одни из самых страшных инвизималов. Эй, нам надо торопиться. Прибываем в штаб, сэр. Жасмин уверена, что-то заставляет инвизималов бежать из их мира в наш. Нужно выяснить, что происходит, и быстро. Возможно, это связано с темными инвизималами. Злыми и воинственными созданиями. Встретишь их, сам все поймешь. Дракон приближается. Сейчас будет жарко. На нас напали! Пустынный дракон! Готовьтесь к битве! У меня сразу вопрос на засыпку. Как он понял, что это пустынный дракон? Там даже не было видно ни крыла, ничего. Войти. Ну ок, победим дракона. О, со мной будет Тигракула. Лол. Сделать, нажми кнопку со стрелочкой влево.
Ну давай. Ауч. This is not good. Вот это резкий удар. Ужасный удар. Есть. Я 4-й уровень. У Грифона улучшаем, естественно, атаку. Доступен новый ранг, коллекционер. Магнит. Окей. Магнит оставлен. Да, ясно. Угу. Сражался бок о бок с людьми. Отлично! Это нужно немедленно исследовать. Инвизималы сражаются в команде. Это же прорыв! Хотел просить... Стоп! Не двигаться. Осколок. Такой же, как принес Хиро. Должно быть от пустынного дракона. Минуту. Я понял. Я знаю, зачем он нужен. Проведем опыт. А пока что давай научимся сражаться в команде. Встреть меня на арене. Выбери двух лучших инвизималов. Я тоже выберу двух для сражения. Командная работа может стать основой нашей защиты. Ну ок, как скажешь. Ради ученого ясно обучение. Войти. Давайте Грифон и Пайро. Ну, Пиро. Хорошо. Теперь давай обучимся битве в команде. Помни, что твои инвизималы находятся в синей команде, а ты управляешь тем, который помечен белым значком. Я буду играть за красную команду. Видишь стрелу под своим инвизималом? Она показывает, против кого ты сражаешься. Ты можешь менять врагов нажатием кнопки R. Попробуй. Прекрасно. Нажми ее еще раз, чтобы вернуться к предыдущей мишени. Ну же. Здорово. Иногда полезно поменять врага. Если нужно помочь игроку с командой и улучшить атаку. Знать, кого атаковать, а кого защищать, это ключ к успеху. Ну что ж, может, попробуем? Готов? Давай. Сражайся. Обе команды готовы. Что-то ты быстро вздулся. Шестой уровень. И атака. И у Пайра тоже атаку. Построй, чтобы открыть новые игровые зоны. Построй кухню, чтобы получить доступ к новым предметам. Одержи победу в турнире младших команд. Знаете что? Я, пожалуй, сделаю это уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.